Казаться я был рукастый малый. Что теперь осталось от моих крутильно-вертильных навыков? Что теперь осталось от них? Кран работает. Это тот, что я чинил. Кран работает. Что надо сделать? Надо сделать вот эту вот вещь. Прочистить, заменить. Прочистить, заменить. Заменить, прочистить. Ну, начнем с Бога. Открутим сначала этот. Так. Открутили легко и просто. Что тут у нас? Что тут у нас? У нас тут полная забивка. Полная забивка. Полная забивка. Можно сказать, если так посмотреть, видите, что там творится. Поэтому вода и не течет. Вода не течет. Ну что, надо поменять. Поменять. Вот мы с вами будем сейчас менять. То есть вот это мы вроде как. Можно сказать, даже вот так вот мы. Что-то там все. Сюда, да? Ну там все равно будет здорово. Будет здорово. Так. Оставим это пока вот так. И вот есть новое. Берем новую. Вот она новая. Это пойдет, значит, сюда. Прокладочка, прокладочка. Вот это выпало. Мы ее можем заменить. А это так и понял. Вот. Легко и просто. Раз, вставили. Короче, никаких особых нету. Никаких особых нету. Мы положим сюда. Можно было бы прочистить. Можно было бы прочистить. Так. Кстати, ну как тут у нас? Сюда вставляется, а сюда зажимается. Старая прокладка уже. Стала жесткой. Возьмем новую прокладку, вставляем. Вроде бы нормально. Вроде бы нормально. Что нам надо сделать? Нам первое дело надо сюда вставить. Сюда вставить. Все, это дело. Что это такое? О! Что значит? Снаружи, закалка. Тренировка. Теперь что нам надо? Это все соединить. Так, я так понимаю. Здесь делается заранее изгиб. Изгиб должен быть. Ну. Изгиб должен быть. Как сказать, что такое? Такой изгиб должен быть. Чтобы. Чтобы.
и пошла по резьбе. По резьбовому агрегату. Вот так. Руками подтянули, хватит и бля. Так, что нам надо теперь здесь сделать? Нам здесь надо сделать гаспист-сифон. Гаспист-сифон. Такую штуку. Гаспист-сифон. Дабы с канализацией там запахи не шли сюда. Поэтому мы... Вниз, вниз, еще вниз. То есть вот тут получается своеобразный переливчик. Тут получается своеобразный переливчик. Вот он у нас. Вот он, вот он, вот он. То есть вода вот здесь стоит. Надо бы еще чуть больше сделать. У нас было сифон труб и все, и это должно держать вот эту, поэтому удлиняю наш сифон. Вот так его и будем зацеплять. Так, вроде как зацепили. Не зацепили. Так вот у меня. Опля, о! Так! Это пойдет. Вот так вот. О! Вот он! У нас сифонный аппарат. Так сказать. В действии. Сифонный аппарат в действии. Фу. Так, что я хотел бы сделать? Я хотел бы поставить другой экран. Другой экран. Для этого надо вот это отвинтить. Угу. Побольше инструмент взяли. Так. Закручивается сюда, откручивается сюда. Ну. С Богом. Не идет.
не идет. Что же делать? А что же делать? Ключ. Упадем ключ. Попробуем этим. Если не получится, то значит не судьба. Значит не судьба. Что-то надо другое делать. Не хочет. Не туда. И не сюда. Так, чем-то попшикать. Надо бы. Фух. Уже вода льется, краны плохо держат. Сейчас буду жонку свою топить. Тоже не дело жонку топить. Ладно, оставим прежний кран. Оставим прежний кран. Оставим прежний кран. Фух. Так, что мы делаем? Все, собираем. Как и было. Так, для этого мы ставим эту штуку сюда. Вот сюда. Тут можно протереть немножко. Это все одеть и пришпилить. Так. Что там не творилось? Вроде бы ничего не творилось. Так, это вот так. Это вот так. Это вот так. Теперь что? Где тут? Что тут? Ага, вот они. То есть они выше. Вот так вот.
так. Это так. Затишье, что делать? Думаешь одно, а тут столько всего надо сделать. Столько всего надо сделать. Но, по крайней мере, я уже знаю, что, что и как, откуда. Что и как, откуда. Что и как, откуда? Так. Вот так примерно, да? Так, это примерно. Так. Теперь что? Как это тут у нас было? Оделась отлично, и мою гаечкой пришпандолим. Ну давай. Гаечка должна идти по резьбе. И вот она пошла по резьбе. Ага. Где она тут? Ага. Выше. Выше, выше, выше. Была в стороне по резьбе, по резьбе, 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 пошла по резьбе, еще разок смотрим. Так, где она? О! Где? Одна стала, а потом еще другую поправили. Так, теперь эту еще поправим. И будет все. Окей, прима. Да! Да, так она и есть. Так она и есть. Так, и повторяем все опять. Повторяем все опять. Берем наш сихвон. Надеваем уплотнительное колечко. Надели, даже переодели. Так, теперь что? Где это все у нас? Где это все у нас? Где это все? Ага, ага, ага.
засада. Маленькая засада. Надо что-то это все вынуть было. Надо все это было вынуть. Вынулось. Это. Засада, засада. Вот как бывает. Ах. Вот как бывает. Ляпчубурюбджа. Ляпчубчураева. А вот это что-то откололось. Мы будем думать, что это так, мелочь. Откололось. Так, это все у нас тут. Это тут. И это вот так. Идет проверка. Нина. Думаю, где ты делся? Идет проверка. Да я хотел этот заменить, поэтому я тут проковырялся дол. Вот на это была штучка вот запасная. Забилась, как ёханый бабай. Ну ее очистить, она-то будет. Ну она там стоит. Что-то 140 рублей. И я ее, конечно, промыть-промою. Нина. Ушла. Ушла подружка. Ушла подружка. Вот так, академик ты, доктор каких-то там, наук, не наук. А вот случись вот такая вот канитель канительского. И никого под рукой нет. И чего? И чего, Пикачу? Вот тебе и внук сантехника, сын электрика, который может все сделать. По дому, это ДТП. Это ДТП. Так, протянули. Сифончик есть. Сифончик есть. Вот он, сифончик. Тут вода стоит как раз.
выкручиваем. И это надо закрутить. Ну что, выключаем. Выключаем. Да, хотелось бы, конечно, заменить. Пошла вода в хату. Пошла вода в хату. Ну посмотрим, что тут у нас. Будет течь или не будет течь. Будет течь, а не будет течь. И тряпки меняем сами. И что только не делаем. Вот так-то и что только мы не делаем. Пошла вода в хату. Ну что, еще лет на 10-15 хватит. Как раз до моей этой. А это, конечно, кран я сделал. Ну что-то так не получилось до конца. Вот это горячая вода, о, как бьет. А это холодная, должна сильнее бить она. Что ему там надо? Ну ладно. Собираемся.